Приветствую, Шамшурин. Что-то вот такая мысль с утра, значит, по поводу отказов. Вчера общался с клиентом, и, в общем, он, у него такая история произошла. То есть я вижу, что ему тяжело дается, что он прям вот старается, но он пыхтит, и оно прям туго идет, вот это вот какое-то изменение. То есть человеку некомфортно, ну хотя что делать, надо, ну как бы через практику этого комфорта только так можно достичь. И человек в какой-то момент говорит: слушай, а там, допустим, на третий день, а как мне вернуть, что, может быть, есть смысл свою бывшую вернуть там? О, то есть я понимаю это следующим образом, что ему некомфортно. И вместо того, чтобы продолжать, потому что определенные результаты есть, и единственное, что его там периодически опять кидают куда-то в точку ноль, так называемую, когда, блин, ему опять страшно становится. Потому что вот так сразу по щелчку это не проходит. Он пытается найти какие-то легкие пути, то есть он говорит, типа, как вернуть бывшую, потому что его мозг начинает с ним такой диалог, что типа, слушай, так, ну, некомфортно меняться, это же надо, блин, делать какие-то попытки. Может быть, все проще сделать, да, там, вернуть свою бывшую женщину и так далее. Вот, и, ребят, на что это похоже? То есть это похоже на, допустим, вы жили в маленькой однокомнатной малюсенькой квартирке, где у вас даже места нет, чтобы вещи какие-то положить, которая находится, там, не знаю, в 30 километрах от города. Вот, и вам там тесно, и ехать далеко до работы, блин, вы так задолбались. А тут, получается, появляется возможность переехать в большую трехкомнатную огромную квартиру в центре. Прямо рядом с самым-самым центром. Вот. Но там до этого жили бомжи, грубо говоря, там просто насрано. То есть там куча дерьма валяется. То есть определенно в этой квартире в центре, в большой, просторной и в самом центре будет лучше. Но там надо разгребать этот мусор, убирать оттуда все. То есть и вот эта попытка типа сказать... а может мне вернуть свою бывшую, она прозвучала именно так, что когда человек говорит: слушай, а зачем мне трехкомнатная квартира, в которой надо убираться, там, чтобы сначала туда переехать? Может быть, ну, мне в принципе нравился вид на поле там, из моей маленькой квартирки, ну и что, что я долго еду на работу, зато есть время под... Ну, то есть он начинает искать... хорошее в том, как бы откуда он хочет сбежать. То есть это проявление слабости, и здесь нужно себя на этом ловить, чтобы так не делать. То есть если уж вы взялись за это, значит, вам надо идти до конца. По поводу страхов, блин, одно и то же, конечно, но кто-то, может быть, слышит это впервые, или сейчас, услышав это в какой-то там 105-й раз, инсайт произойдет именно сейчас. Значит, есть страх, который мешает тебе проявляться с девушками, который мешает тебе найти себе самую красивую. То есть, когда ты вынужден соглашаться хрен пойми на кого, кого там течение принесло. И просто оглядываться вслед красивым девушкам на улице. То есть, и так создаются семьи, и мужчины обманывают себя, живут не с теми женщинами, которые им нравятся по-настоящему, которые вдохновляют. А этот страх, он основан на том, что ты боишься быть отвергнутым. Это не то, что какая-то там хрень, которая берет свои корни в детстве, как и все страхи. То есть это тоже, и это точно так, но он такой, у всех мужчин он есть. Даже если у тебя было шикарное детство, даже если тебя мама просто там в попу целовала, он все равно у тебя есть этот страх. Ты боишься быть отвергнутым. А, и поскольку мужчина не может себе этот страх объяснить, он начинает придумывать ему какие-то логические объяснения. Ой, я просто боюсь, что я не знаю, что сказать. Я боюсь, что она не оценит, там, не знаю, мою машину, там. Я боюсь, что я лысею, короче, там. Я боюсь, что я там толстею, худею, не знаю, что угодно. Вот, и значит, здесь есть два момента, как сделать так, чтобы этого страха не было. Ну, то есть, как сделать так, чтобы ты его хотя бы купировал, минимизировал. То есть, момент номер раз. Страх сильно уменьшится или практически исчезнет, страх быть отвергнутым при знакомствах с девушками.
А знакомство это повод только для того, чтобы начать нормальную классную жизнь, чтобы начать общаться с людьми, потому что самое, сука, прикольное, когда ты можешь с кем угодно поболтать, поговорить, найти общий язык, то есть можете называть это нетворкингом, можете называть как угодно, но это очень круто. Общение это инструмент связи с людьми, и это очень важно развивать. Вот. Значит, момент номер раз. Страх уменьшится и практически исчезнет, если у тебя будет выбор. То есть, если у тебя будет много красивых женщин, то есть тебе будет не страшно подходить к следующему. Если у тебя дома будет тебя ждать какая-то классная, очень, скажем так, прям достойная во всех отношениях, красивая, там, яркая, умная, интересная, классная, женственная девушка, тогда тебе просто подходить незачем будет. Ну, то есть, если ты будешь при этом просто подходить к каким-то девушкам, что-то им, ну, поболтать, пожелать добра, там, что-то еще, то есть, так, ну, для поддержания формы, тебе будет не страшно, потому что ты знаешь, что там лежит такая, что эти все так себе. Но она должна быть обязательно качественная, потому что если там у вас обычная какая-то девушка, которая, ну, такая, для вас она не королева, то один хрен будет страшно. Но, опять же, как бы замкнутый круг. Чтобы это получить, нужно начать туда что-то делать в этом направлении. Это первый способ, как сделать так, чтобы страх практически прошел. Второй способ, следующий, что нужно получить этих отказов очень много. То есть, ну, все очень просто. Боишься отказов, иди получи их. Получать их регулярно. То есть, это не то, что та история, когда ты думаешь, что я сейчас подойду, 50 раз мне откажут. И, собственно говоря, меня прямо отпустит, и я буду летать. Нифига. Здесь нужно регулярно, постоянно сталкиваться с этими отказами и как-то преодолевать эту внутреннюю обиду, которая все равно есть, что тебя не приняли. Вот. И продолжать. И он будет минимизироваться. То есть как-то так. Но для этого, понимаешь, для этого нужно делать. И вот он, замкнутый круг. То есть я понимаю, что, ну, пикап в том понимании, в котором я его проповедую, то есть это не просто там какой-то съем, это пикап в плане развития, в плане вообще общения в широком плане этого слова, в плане становления самого себя лучше и лучше и лучше, а женщина всего лишь повод и катализатор, то есть, ну, не более, это не самоцель, а просто женщина это хорошо работает, то есть если мужика ничего не двигает, если он не может свою жопу оторвать, то женщина, они это... Они включают в нем нужные процессы. Вот. И, то есть, пикап – это штука, которой могут заниматься только сильные духом ребята, то есть сильные духом мужчины. Если ты слабый, как в той песенке, там, если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. Вот. А если ты слабый, ну, тогда не рассчитывай на то, что рядом с тобой будет там самая лучшая женщина, или на то, что у тебя в жизни будут какие-то успехи. Если ты поговоришь с любым каким-то там руководителем крупного бизнеса или каким-нибудь спортсменом, чемпионом мира, то есть, ну, ты увидишь за его вот этим статусом огромную работу, проделанную в этом направлении, огромный, ну, невидимый вот этот вот, невидимую часть айсберга, его боли, обиды, ошибок, поражений, его стойкости, его упорства, то есть, бла-бла-бла, то есть, это не вот так вот все пришло. Тут то же самое, пикап это всего лишь показатель, это срез. Поэтому, если ты слабый чувак, тогда смирись с тем, что ты слабый. Не надо обижаться на жизнь, то есть никто, кроме тебя, не виноват в том, что с тобой происходит. Если ты готов развиваться, если ты хочешь, ну, прокачать свое мужество, настойчивость, силу, кто-то сейчас начнет опять пиздеть там, что типа вот опять все там ради баб, что-то еще мужество там ради них, какое мужество, слушай, чувак, ну надо определенное мужество, чтобы спокойно хавать отказы, то есть, и в том числе пикап тренирует тебя к тому, чтобы ты был более там, скажем, решительный, более какой-то наглый, в хорошем смысле слова, более дерзкий, более настойчивый, а это тебе уже поможет во всех остальных сферах жизни. Вот. И если ты готов, собственно говоря, идти до конца, если ты хочешь, чтобы лучшей женщиной, по итогу самая лучшая, которую ты выбрал осознанно, которая тебе понравилась, а не та, которая просто приплыла по течению, чтобы эти девушки или девушка была с тобой,
ну и вообще, если хочешь от жизни самого лучшего, то welcome. Я хочу напомнить, что буквально через 2 дня уже стартует наш принципиально новый онлайн-тренинг. 1 июня мы стартуем, он будет длиться месяц. Первый блок 5 дней, остальное поддержка. Ты еще успеешь вписаться, если сейчас перейдешь по ссылке и забронируешь себе место. Стоимость уже как бы подросла прилично. Собственно, как-то так. И для тех, кто вписался, ребята, уже скоро. Ждите, скоро увидимся. Скоро начнем менять жизнь в лучшую сторону. Скоро начнем покорять этот мир. Это был Шамшурин. Пока.